когда только запустил, обороты были 2000. Сейчас начнет прогреваться. Сейчас еще раз все проверим. Так, диагностичку сделал. Подали питание. Спускаем. Так, держим ручку. Запускаем. Что-то ему тут не нравится. Подключаем питание. Дроссель. Вроде все нормально должно быть. Еще раз. Пробуем. Первый раз завожу вот в этом году. Наверное, из-за старого топлива.